Здравствуйте, дорогие друзья и прекрасные зрители! Спешу обрадовать. Открывается блошиный рынок на Тишинке и будет работать с 17 по 20 сентября, 17-18 сентября с 12:00 до 21:00, 19 сентября с 11 до 21:00 и 20 сентября с 11 до 20:00. Но если вы захотите попасть на VIP-открытие, которое будет состояться 16 сентября с 19 часов до 22:00, то у вас появится возможность первыми увидеть блошиное сокровище, насладиться живой музыкой, принять участие в легком фуршете и очутиться в неповторимой атмосфере азарта. И, конечно, как и всегда, нас будет ждать спецпроект. На этот раз новый спецпроект блошиного рынка на Тишинке посвящен музыкальным инструментам. На площадке спецпроекта концерта не будет, зато будут изысканы экспонаты, классические этнические музыкальные инструменты, жанровые скульптуры с фарфора слоновой кости, гравюры, открытки и старинная живопись на музыкальную тему, тарелки с изображением музыкантов, тематическая бижутерия, ноты, пюпитры и различные и разнообразные смычки. Разнообразен мир струнных и духовых. Мы с трудом помним о том, как выглядят лютни, но о тиробе или виоле де гамбо уже не имеем ни малейшего представления. В наш век фортепиано вытеснило скромный клавесин, а кларнет затмил своего предшественника старинного шалюмо. Рисунки и скульптура сохранили их образ для потомков. Музыкальное коллекционирование – хобби возвышенное и редкое. Наполним музыку сердца, устроим праздники и сбудем. Напоминаю, что художественный проект «Блошиный рынок», а именно так он правильно и называется, проходит 4 раза в год. Весной его не было. И я решила вам показать предновогодний последний проект 2019-2020. Итак, 57-я выставка-ярмарка «Блошиный рынок на Тишинке» ждет вас. Полюбоваться уникальной красотой художественных изделий – это огромное наслаждение. Среди нарядных дам с чудесными шляпками и мужчин в цилиндрах под живую музыку в атмосфере праздника – это счастье. Здесь же можно встретить и известных людей, и даже пообщаться с ними. Здесь же вы можете выгулить и свои наряды, и свои антикварные броши, и бусы. И здесь же их оценят по достоинству.